Привет всем! Вы на канале World of MP, и сегодня мы будем заполнять пробел, который у нас образовался на канале среди большой четверки немецкого трэша. Обзор на Sodom делали? Делали, а именно на Agent Orange. На Creator делали? Делали. Pleasure to Kill. На Destruction делали? Делали. Release from Agony. И кого нам не хватает? Конечно же, Tankard. Альбом Chemical Invasion сегодня наш виновник торжества. Ну а перед началом видео я хотел бы вас попросить подписаться на наш телеграм-канал. Да-да, не удивляйтесь, он у нас есть. В телеграм-канал постится всякая разная информация, а также инсайды со всех обзоров, съемок, которые вы, конечно же, не найдете ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке. Поэтому берем свой моднейший смартфон и подписываемся на канал в телеграме. Честно вам сказать, я очень давно хотел сделать обзор на один из альбомов Tankard. Но никак не доходили руки, а также вторая проблема — это то, что нет никакой суперинтересной информации. А мне лично не хочется делать обзор без всяких интересных фактов. Но случилось чудо. Благодаря новому переизданию от Noise Records я нашел очень интересную информацию в буклете. Также, еще к слову, за последний год мне посчастливилось побывать 3 раза на концертах Tankard. Первых 2 концерта отгремели со мной в Чехии, а именно в Праге и Брно, а последний концерт был пару месяцев назад на Brutal Assault. В Чехии было нереально круто, так как мои знакомые Fusion Bomb разогревали Tankard. Соответственно, я, конечно же, попал в список приглашенных гостей и имел полный доступ к Tankard. Мы все висели в одной гримерке, и не было никаких проблем подойти с ними пообщаться, подписать диски и сфотографироваться. Участники Tankard – это реально очень простые и душевные люди. Был один забавный эпизод, когда наша знакомая, с которой мы познакомились на концерте, 40-летняя шведка, которая тусила рядом с нами и решила бухой подойти к Гере и начать втирать какую-то там нереальную дичь. От такой невнятной и суразной речи у Геры просто-напросто загорелся чайник, и он обратился ко мне с такими словами: «Эй, чувак, забери свою девушку от меня». И я ему ответил: «Воу-воу, полегче, в таком возрасте она лишь может годиться мне в матери, а вообще лучше в мачехе». От такого неожиданного ответа, как мне показалось, Гера даже немножко протрезвел, а на заднем фоне вся гримерка орала со смеху. Ладно, хватит этих cool story, давайте перейдем к осмотру нашего издания. Это переиздание от Noise Records 2017 года в диджипаке, которое я купил прямо на концерте Tankard за 15 евро. Там же на месте, в гримерке, без всяких проблем, я его подписал у участников группы. Также помимо Chemical Invasion я еще купил первый альбом Zombie Attack и 3-й Morning After, на которые я в будущем, возможно, сделаю также обзоры. И, конечно же, я их подписал. На упаковке данного диска был такой вот стикер, который я сохранил, на котором написано «Deluxe издание», 16-страничный буклет и интервью, в котором 2300 знаков. Ну что, стикер вас заинтриговал? Давайте посмотрим, какой там буклет. Открываем. Здесь кармашек. Достаем. Кстати, на ощупь очень даже приятная полиграфия, то есть чувствуется качество. На титульной обложке изображен наш ученый, который подло подливает всякие химикаты в пиво. Открываем. Здесь у нас начинается то многообещающее интервью в количестве 2300 знаков. Бэнд-фото. Снова разные фотографии. Интервью. Интервью. Фотографии. Середина буклета с разными прикольными фотографиями, флаерами. Интервью. Интервью. И что? Кредиты. Что они забыли сделать? А где же, блядь, лирика? 16-страничный буклет и нет лирики? Да вы серьезно? Не, ну вы согласитесь, что это реально несправедливо. 16-страничный буклет и нет лирики. Альбом с 10 треками, то есть без всяких бонусов, а также задних диска. В общем, данное издание меня устраивает по оформлению и по качеству звука. Но есть одно но – отсутствие лирики. А вы, как обычно, снизу в комментариях можете отписать, какое издание данного альбома есть в вашей коллекции. А сейчас наш подписчик Игорь Кузьменко покажет, какое издание есть в его коллекции. Давай, Игорёша, жги! Привет всем! Сегодня я хочу рассказать про диск группы Tankard с альбомом Chemical Invasion. У меня издание оригинальное, первый пресс, так сказать. Вот, вышло на Noise Records в Германии. Это издание 88 года.
первопресс именно потому, что на серебристом диске. Последующее издание было того же года, 88-го, только на черном диске. Вот. Внутри вот буклет, ламинированный. Все по минимуму здесь. Черно-белый текст. Песни, кредиты. Вот. Насчет самого альбома скажу, что я с ним поздно познакомился. Хотя и творчество Танкарт давно уже котирую и уважаю. Вот. Здесь очень крутой инструментал есть, For a Thousand Beer. То есть очень мощный, длинный, что необычно для такой группы раздолбайской. Вот. А альбом вообще посвящен тому, что группа Танкарт была против того, чтобы в их идеальное, самое вкусное немецкое пиво добавляли всякую химию. Вот. И это типа альбом-протест. Так что всем рекомендую послушать, ознакомиться. Это классика немецкого трэша. Всего хорошего. Альбом Chemical Invasion вышел в октябре 1987 года на лейбле Noise Records. Альбом был записан за 3 недели в культовой студии Music Lab и, конечно же, с культовым продюсером по имени Харрис Джонс. В это же время в данной студии записывались такие культовые альбомы, как Voivod Killing Technology, Coroner Rip, Vendetta Go Live Stay and Die, Death Row Raging Steel, а также другие группы, такие как Celtic Frost, Assassin, Backwater. На самом деле, Харрис Джонс — это продюсер с большой буквы, который приложил свою руку к многим европейским группам. Художником данной забавной обложки является Себастьян Крюгер, который ранее рисовал обложки для Destruction, а именно Eternal Devastation, Mad Butcher, также рисовал для Risk все вот эти забавные картинки с животными. Также он приложил руку к таким альбомам, как Port Royal и Death of Glory группы Running Wild, концертнику Sodom, Mortal Way. Данная обложка полностью отображает суть названия альбома Chemical Invasion. То есть на обложке изображен злой ученый, который пытается подмешать химикаты в немецкое пиво. Данный кавер-арт забавный, но еще в нем есть и серьезная сторона. А именно то, что реально в то время существовала проблема с тем, что начали добавлять химикаты в немецкое пиво. Вот таким образом Танкарт выражали свой протест. Если сравнивать альбом Chemical Invasion с прошлым альбомом Zombie Attack, то на новом альбоме Танкарт делали левел ап в плане музыки, лирики, а также качестве записи. И как обычно, по традиции разберем все треки данного альбома. Альбом открывает интро, где Гера открывает пиво. Следующий трек на альбоме — это антинаркоманская песня под названием Total Addiction. В данной песне Танкарт призывает всех не принимать наркотики, а те, кто принимает, бросить. И, конечно же, при этом предлагают свою альтернативу, а именно въебать пивка вместо наркотиков. Следующая песня на альбоме под названием Tantrum, которая переводится «Вспышка гнева». То есть все события происходят на вечеринке, где чувак пьет свое пиво, но ему захотелось в туалет, он его ставит, уходит, приходит, а его нет. И у него начинается вспышка гнева, и он ищет, кто украл его пиво. И, конечно же, хочет его убить. Блин, данный сценарий прям тянет на Оскар. Следующий трек под названием Don't Panic, он уже на серьезную тему, то есть без всякого там пива, угара. В этой песне Танкарт озвучивает все проблемы человечества, а именно Чернобыль, СПИД, холодная война и все остальное. В данной песне Танкарт показывает всем, что они не только могут петь веселенькие песни о пиве, ну и, конечно же, затрагивать серьезные темы. Пятая песня на альбоме под названием «Пук» переводится как «Блевотня». Я думаю, что мы здесь оставим без комментариев, о чем поется песня. После мерзкой песни о блевотне идет эпический красивый инструментал под названием «For a Thousand Beer». Лично мне инструментал очень нравится, так как на данной пьесе группа показывает, что она может играть вполне себе разнообразно и технично. Далее у нас идет титульная песня альбома под названием Chemical Invasion, в которой поется о том, что не нужно портить химикатами немецкое пиво. В данной песне Танкарт выражает дикий протест тому, чтобы всякими добавками не портили вкусное и чистейшее немецкое пиво. Следующая песня под названием Прощай, шлюха, снова нас возвращает веселье, угар, который любит Танкарт. На первый взгляд песня может показаться забавной, шуточной, но, как оказалось, не для всех. В будущем группу начали обвинять в том, что она поет песни о том, где плохо обращаются к женщинам. Снова эти европейские параноидальные ценности. Сейчас я вам прочитаю парочку строчек с данной песни на русском языке. Прихожу домой в 6 утра, ну и ночь была. Не успела она открыть дверь, как меня вырвало ей на платье. Она говорит, что я лентяй, неудачник и дурак, потлатый алкаш.
с меня толку никакого. Черт возьми, что мне делать с этой грязной шлюхой? Слишком тупа для любви и слишком уродлива, чтобы трахать. И припел: ты проклятая шлюха, я сып по горло твоим дерьмом. Ты проклятая шлюха, я закопаю тебя в яму. Ну, ребят, no comments, я не знаю, как это воспринимать. Вроде и забавно, а вроде кому-то может и обидно. Далее на альбоме идет 9-й трек под названием «Трейтер», что в переводе «предатель». Сейчас я вам прочитаю на русском 2 первых строчки из песни, и вы сами поймете, о ком песня. Мочи козлов, пускай кровь прольется, тех, кто играет ради денег. Как вы уже сами поняли по этим двум строчкам, что это песня о тех, кто продался в музыке ради денег. Если прочитать полностью лирику данной песни, то складывается впечатление, что это песня против глэмеров. И последний трек на альбоме под названием «Алкоголь» — это был кавер на «Ганж Грин». Кавер получился очень задорным, и снова же, если почитать лирику, то можно обнаружить такую строчку, что лучше бухать, чем трахаться. Складывается такое впечатление, что данную лирику как будто написал Шиха, ибо его кроме алкоголя тоже ничего не интересует, даже женщины. Из всех 10 вышеперечисленных песен мне больше всего нравится «Тантрум». А вы, как обычно, в комментариях можете написать, какой ваш любимый трек с альбома Chemical Invasion. Альбому Chemical Invasion уже 32 года, и в нем все так же высокий градус алкоголя. Данный альбом — это стопроцентная классика мирового трэша. А если вы еще каким-то мистическим образом не знакомы с данным альбомом, то я вам советую купить бутылку пива, сделать розочку и отрезать себе член. Ибо данный альбом должны все знать и слушать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставим большой палец. Также подписываемся на канал. Еще у нас есть Telegram, о котором я говорил в начале видео. И, конечно же, Instagram. Всем до новых встреч!